против строительства. Жильцы одного из домов в столичном секторе Ботаника недовольны тем, что рядом возводят еще одну многоэтажку. Это может быть опасно, считают они. Люди не раз устраивали протесты. Последний закончился столкновениями. Строительная компания хочет снести пристройку к дому и на ее месте построить многоэтажку. Конфликт попытались уладить полицейские. По словам жильцов, им обещали помощь в мэрии, но пока безрезультатно. Виниц, авторитет, ликишенеулу виниц, а мит шеспонецинка, ной блоку, лачеса, носу суферим. Жену с ребенком валяли по земле. Он плакал. Некоторые соседи потеряли сознание. Мы вызвали 20 машин скорой помощи. Их всех спасли. Мы боимся. Трясет весь дом. Стоит сильный грохот. А что, если мы рухнем через час? Боюсь находиться в доме. Вышла на улицу. Не знаю, где буду ночевать. Опасность большая. Никто абсолютно ничего не делает. Все только наблюдают. Представители компании-подрядчика заверяют, документы в порядке, соседний дом не пострадает. Строительство приостанавливали на время решения мэрии, но предприниматель добился возобновления работ через суд. Мы располагаем всеми разрешительными документами на строительство. Пока нет окончательного решения о новой приостановке работ, можно продолжать дальше. На место инцидента прибыл заместитель претора сектора Ботаники. 3 дня назад, во время стычки жильцов со строителями, он говорил, что вопрос обсудят на совещании в мэрии. Претора а făcut o scrisoare de informare către primărie despre faptul ce se întâmplă și care este situația la moment, respectiv așteptăm decizia viceprimarului, decizia primarului. Respectiv. Nu cunosc. Позже мэр Ион Чебан написал в Фейсбуке, что подрядчика пригласили на обсуждение. Договорились о проведении независимой экспертизы. Он также отметил, что разрешительные документы были выданы бывшим руководством города.